Всем привет, ребятки, с вами мистер Ванька. Сегодня я записываю очередной видосик. На сей раз мы пооткрываем контейнеры, пробежимся по всем аккаунтикам. Надеюсь, на этот раз все запишется нормально, все выйдет. Откроем, посмотрим, что выпадет. В сумме сегодня будет 6 контейнеров. Пока за выполнение заданий за неделю дают только по 2 штучки. Поэтому в сумме у меня на 3 аккаунтах получится 6 штучек. Откроем быстренько, посмотрим, что мне выпадет. Давайте, в принципе, будем начинать уже. 125 аптечек с первого контейнера мне выпадает. На средненьком аккаунте начинаем. Не так сказать, что плохо. В принципе, аптечки на этом аккаунтике мне пригодятся, безусловно. Откроем второй контейнер сразу же. 3 дня премиум аккаунта, опять премочка мне выпадает на этом аккаунтике. И, в принципе, я доволен. Зеленая падает, и на том спасибо. Не все так плохо, премочка здесь пригодится. Спасибо, спасибо. Так, давайте сразу меняем аккаунтик. Также вы сейчас лицезреете картиночку, на которой написано, что если на стримчике если на данном видео наберется 100 лайков, то дополнительно я разыграю еще 3 контейнера. Так что участвуем в данной, можно так сказать, акции. Выполняем. Да никакие, в принципе, условия-то и выполнять-то не надо. Просто жмякните на стриме. О, каком стриме? Ну что я сегодня несу вообще? На видео лайкосик жмякните. И, конечно же, напишите свой комментарий. Также по вашим комментариям я буду выбирать еще победителей на золотые ящички. Ну а мы переходим к открытию уже на без доната. Белая, 3500 кристаллов, не сказать, что плохо. В принципе, на прокачку фризика мне надо 16000. Уже 10 у нас имеется. Сейчас попробуем поставить на шажочек, если сейчас выпадет что-то хорошее. Еще 3500. Итого 7000 кристаллов. Но относительно того, что мне выпало на другом аккаунте 125 аптечек и 3 дня премки, это не сказать, что очень хорошее открытие. Посмотрим, что нам принесет основочка. На основочке, может, нам сегодня что-то и даст. В принципе, 4 контейнера уже открыли. Никогда кристаллом я недовольным кристаллами не могу быть. Так как, ну, все-таки игровая валюта. Что может быть лучше игровой валюты? Правильно? Конечно, в маленьком количестве. Ну, что поделать. Не все так плохо. Идем на чемпиона. Посмотрим, что мне выпадет именно здесь и сейчас. Также, ребятки, хотел бы немножко зарекомендовать свои стримы в плане того, что в ближайшее время, да и на всем протяжении, я думаю, в дальнейшем я буду проводить, можно так сказать, такие бои, в цель будет которых игра с подписчиками, можно так сказать, но все оно заключаться будет в том, что в режиме Хорнета Васпарельса мы будем играть своей командой против вас. И за вашу победу я буду давать не такой плохой призик в виде золотых ящичков. Пока что у нас так получилось, что мы вчера сыграли 4 раундика. Все 4 раунда мы выиграли. И сейчас уже на каждого игрочка у нас есть по 5 золотых ящиков, если в следующем раунде нас выиграют. То есть за каждый выигранный нами раунд в цепочке количество ваших золотых ящиков увеличивается в призе. То есть сейчас уже за победу, как я уже сказал, вы сможете получить целых 5 золотых ящиков. Если мы выиграем, например, еще пару раундов, то есть мы выиграем еще 2 раунда, то уже... Если вы потом нас выигрываете, вы уже можете получить 7 золотых ящиков и так далее. Понятное дело, что как только вы нас выиграете, счетчик обнулится и опять пойдет с одного золотого ящичка на игрока. Но я думаю, что это будет интересно, привлекет какую-то новую аудиторию. Поэтому в этом плане я хотел бы это продолжить. Так что, если вы смотрите данное видео и не смотрите никакие стримы, то обязательно приходите ко мне. Будет обязательно весело. Ладно, а мы будем открывать уже последние
Два контейнера. 3,5 тысячи кристаллов опять нам падает. Эти кристаллики все никак не хотят уходить с моего аккаунта. Хоть и даже я их и меняю, но все равно от меня они не уходят. И еще 3,5 тысячи кристаллов. Что за кристаллный день сегодня? 7 тысяч кристаллов на одном аккаунте, 7 тысяч на другом. 3 дня премки и 125 аптечек. Как-то так нам сегодня выпадает. В принципе, я затягивать тоже не буду. Сейчас я буду уже, в принципе, запускать стримчик. Будем катать, нагибать. Но если вам понравилось данное видео, то обязательно поставь лайк. Подпишись, если еще не подписан. Также можешь подписаться на группу. В группе проходит очень много конкурсов. Заходи, залетай, смотри. Возможно, что-то может даже и понравиться. Ну, на этом все. Спасибо, что смотрели. Всем пока.